Во Владикавказе в арт-пространстве «Портал» проходит выставка Славы Джанайты «Каменные драконы Алании». В своих картинах художник реконструировал некоторые архитектурные памятники Осетии. Среди них Хурстонская крепость, Хилакская крепость, Ачабецкий замок и многие другие. Слава Джанайты исследовал около 100 памятников и до сих пор продолжает свои исследования. Всего в коллекции художника 21 картина. Все работы выполнены маслом. Работа над ними продолжалась больше 4 лет. Также Слава Джанайта провел презентацию своей одноименной книги, в которой рассказал и описал многие архитектурные памятники Северной и Южной Осетии. По словам художника, эта книга – предисловие к следующим изданиям, над которыми сейчас работает автор. Это другой подход, другое осмысление наших гор, нашей родины, нашей, и, естественно, там очень хорошо, даже недвусмысленно показано, как бы, что мы можем добиться, чем мы можем сделать, если будем это все восстанавливать. Я нарисовал, в принципе, их для того, чтобы их нарисовал, вот эти, чтобы показать концепцию, что могло было быть, хотя бы, если бы мы делали просто это, консервацию этих памятников. Не реставрация, а просто консервация. Они уже какую пользу принесли бы и для туризма, и для будущего Осетии и так далее. То есть она еще книга о будущем.